Ксюш, ты это слышишь? Что это? А то, что вокруг нас трансформеры, бу! Испугалась? Еще, ведь здесь все супергерои и злодеи Марвел, а также автоботы и даже терминатор. Сегодня твои детки приехали на торжественное открытие эксклюзивного музея восстания машин на Красном Октябре. А все самое интересное в нашем крутом репортаже ТВ Деток. Музей восстания машин – настоящий футуристический мир, населенный фантастическими жителями. Здесь соседствует все – автоботы, анимационные роботы, лаборатория Тони Старка, супергерои Марвел и герои фильмов ужасов. Команда восстания машин первым из мира открыла музей, где все экспонаты созданы из переработки автохлама. 1000 тонн автомусора и 50 тонн фактурных запчастей понадобилось 15 кузнецам, чтобы создать таких крутых роботов. И даже гигантского 12-метрового Оптимуса Прайма. Такого только побольше. Ох уж это современное искусство! На то оно и современное, что не только можно посмотреть экспонаты, но еще и посетить шоу виртуальной реальности и лазерные лабиринты. А лучше настоящие бои роботов или мастер-классы супергероев, так что нам пора! Почему вы пошли работать в этот музей? Я не пошла в него работать. Я в один момент решила его создать. И это очень интересно. Мне нравится современное искусство. Я люблю персонажей тех фильмов, которые представлены в нашем музее. Какая главная причина, чтобы приехать сюда снова? Это заряд позитивными эмоциями. Здравствуйте, что вы сегодня здесь делаете? Я сегодня здесь смотрю на великолепные произведения искусства, которые создали человеческие руки, и мне очень понравилось, потому что было видно, что люди с большой любовью делали все эти экспонаты и всех этих роботов, этих, я не знаю, людей, животных, зверей, персонажей фильмов. Очень здорово. Рассматриваем новую экспозицию железных фигур. А какой ваш самый любимый герой? Слушай, у меня очень много любимых героев, наверное. Я их не всех знаю по имени, но, наверное, я назову, что мне нравится Халк. Мне очень понравился Бык. Он в такой чудесной технике выполнен и запоминается очень сильно. Наверное, вот этот железный человек большой. Мой зеленый гоблин. А какой на этой выставке чисто ваш любимый персонаж? Мне очень понравился Железный Человек. Ну, как оказалось, здесь не только трансформеры, очень много классных экспонатов, которые производят впечатление. Какой здесь ваш самый любимый герой? Не герой, но у меня здесь есть любимый зал. Это Хищники и Чужие. Мне они тоже нравятся, если честно.
думаешь, Optimus Prime будет ждать нас еще в гости? Конечно, ежедневно уверяю тебя, он не сдвинется с места. Хоть и сам говорил, что на свободу право имеет каждый. А мы с вами еще не прощаемся. До встречи на нашем канале. Ставь лайк и подписывайся на наш канал, ведь с нами интересней.